подписчики моего канала, и сегодня я вам покажу обзор на мой Мерседес. Я ему сделал развал. Вот видите, все ездит, все четко. Вот. Так, ладно, беру я эту картоночку. Нафиг. Это тоже. Вот видите, вот он ездит. И хотите, я вам покажу, как я делал развал. Сейчас я. Нет, я так сделаю. Если на этом видео наберется хотя бы один лайк, то я сделаю, покажу, как я делал развал на мой Мерседес. Вот так вот. Как видите, он, у него сильный развал. Тонер я сделал акрилом. В общем, ну это у меня нечаянно пролил на диск. Как он? Пролил ацетон, и вот такая вот печалька случилась. Как видите, давайте вот вам покажу. Вот видите, все ездит. Тут просто не колес крутится, вот просто цепь. Вот. Потом ездит. Двери я заклеил, потому что там петли. В общем, там кошмар какой-то. Мне его приходится аккуратно это вот так вот двигать. Но смотрите, если я буду сильно делать, у меня все плохо будет, потому что там петелька, я не знаю, как с ней разобраться, невозможно. Она большая, не просто, не как на обычных машинках, а прям огромная. И мне приходится вот так-то аккуратно катать. Но все равно катается. Ну, в общем, это у меня Mercedes от Kingsmart. Все очень легко было сделать. Вот. Ну, всем пока.